Почему эта тема американо-китайской торговой войны настолько важна, что ее обсуждают и здесь, у нас, в Украине? Трамп начал с введения новых пошлин на сталь и алюминий. Пытается таким образом защитить американских рабочих. Но тут есть нюанс. Пострадать в результате могут экономики по всему миру, и украинская в том числе. Металлургия для нас существенная часть экспорта, а значит и поступление валюты в страну. И пусть американский рынок для украинских металлургов не ключевой, но любые перемены там все равно затронут по цепочке рынки Европы и Азии. Особенно обеспокоены в Евросоюзе. Если европейские страны начнут терять деньги из-за Трампа, то для них это еще и просто обидно. Все-таки ЕС и США союзники. Пока что введение американских пошлин против европейской стали и алюминия приостановлено до 1 мая. В том числе и об этом в Вашингтоне уже через несколько недель будут говорить лидеры Франции и Германии. В 20-х числах апреля Макрон и Меркель встретятся с Трампом.